Добрый день, дорогие девушки! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я сама попала в компанию Faberlic. Когда-то в компании была парфюмерная вода Ангелика. Эта вода очень нравилась моей маме. Она была вначале в узеньком флакончике 30 мл, затем эта водичка появилась в коллекции других парфюмерных вод. Ну вот сейчас почему-то в компании этой воды ее разобрали, снова нету, хотя я знаю, что она нравилась очень многим женщинам. Может быть, кто-то не разделяет со мной это мнение, но очень нравилась эта вода моей маме. И у нас в нашем городе компания Faberlic существует. У нас два АП, пункта выдачи продукции, на которых можно прийти и увидеть всю продукцию компании Faberlic, посмотреть, это очень хорошие пункты. И у меня в этой компании работает знакомая девушка, которая является директором в компании. Она очень хорошо знает эту продукцию, занимается уже больше 15 лет косметикой Faberlic. И вот получилось так, что вода нравилась парфюмерной моей маме. И она мне всегда говорила: «Вик, ну давай я тебя зарегистрирую в компании, и ты сможешь покупать для себя продукцию со скидкой. Ты будешь экономить свой семейный бюджет. Ты ведь покупаешь себе тушь, ты ведь все равно покупаешь себе помаду, крем, тени». Я говорю: «Да нет, я как-то... Нет, наверное, я, говорю, не буду подписываться. Я, говорю, много для себя не беру, не заказываю». Ну вот... Время, как говорится, шло, я все была в раздумьях, подписываться или нет. Затем получилось так, что Ангелику все-таки сняли с производства, ее не было в каталоге, и появилась новая водичка парфюмерная в компании. Это была парфюмерная вода Пуртожур. У нас у мамы на работе, ну, как вы, наверное, знаете везде, что кто-то подписан в компании, приносит другим женщинам посмотреть каталог, может, кто-то что-то для себя приобретет, понравится. Вот ей понравилась очень парфюмерная вода Пуртожур. И тогда я решила, говорю: «Мам, ну давай я подпишусь в компании, и мы будем брать для себя с тобой продукты с хорошей скидкой. В одном каталоге мы возьмем... Ты возьмешь себе воду, я помаду, тушь, там еще что-то, в другом еще что-то присмотрим». И так решили, я подписалась в компании. И вы знаете, я была настолько удивлена, когда я раньше пользовалась кремами другой марки. А потом я стала постепенно переходить на компанию Faberlic, стала пробовать крема из компании Faberlic. Я стала замечать, конечно же, улучшения на своем лице. То есть, попользовавшись буквально... наверное, неделю, я сразу поняла, действительно работают крема, действительно кожа стала преображаться, кожа стала выглядеть лучше. И, конечно же, я с большой радостью стала пользоваться кремами по уходу за кожей от компании Faberlic. Попробовав тушь, я тоже поняла, что мне эта тушь подходит, что она мне нравится. И также продолжаю пробовать многие средства от компании Faberlic. Я очень люблю одежду от компании Faberlic. Люблю покупать эту одежду своему ребенку. Нравится мне нижнее белье от компании. Нравится мне серия «Дом Faberlic», в которой есть очень хорошее средство. Это стиральные порошки, средства чистящие, многие хорошие. По уходу за... средствами ванной комнаты, туалетной комнаты. И я хочу вам сказать, что как-то у меня в основном идут больше положительные эмоции, чем какие-то разочарования. Конечно, бывает всяко, но это бывает очень-очень редко. В основном я очень довольна продукцией этой компании и хочу предложить ее с большой радостью и вам. Попробовать приобрести для себя какие-то средства от компании Faberlic. Что хочется сказать, что многие девчонки почему-то очень боятся регистрации в компании, как это было и со мной. Я говорю, я простой человек, такой же, как и вы, и поэтому тоже для меня было как-то... Думаю, ну вот сейчас я зарегистрируюсь, меня сейчас обяжут на меня каких-то круг обязанностей, я должна буду бегать с авоськой, распространять продукцию. Нет, девчонки, это совершенно не так. Вы никому ничего не должны, не обязаны. Вы просто регистрируетесь в компании, берете
продукцию, то есть минимально вы должны заказать на 750 рублей продукции, чтобы у вас пошла цена склада, то есть оптовая цена. Ведь вы приобретаете продукцию для себя не в ценах, которые написаны в каталоге, а в ценах, которые идут цены склада. Поэтому это, конечно же, очень выгодно. Вы сэкономите свой семейный бюджет и сможете приобрести продукцию, очень хорошую продукцию по ценам склада, не по ценам каталога. А хотите вы заниматься более тесно с компанией Faberlic, хотите вы расти, хотите вы достичь каких-то более высоких уровней показателей, это личное дело ваше. Вы можете заняться бизнесом в компании, можете начать строить свою структуру. Если у вас будет получаться, то это очень замечательно. Можете брать продукцию со скидкой, стать привилегированным покупателем, можете стать консультантом, можете предлагать каталог, посмотреть своим знакомым, соседям, с тем, с кем вы дружите, общаетесь. А также можете это делать и предлагать незнакомым людям. Это ваш выбор, ваше право. Это ваша жизнь, и вам решать. Но я хочу вам сказать, что если вы зарегистрируетесь в компании, если вы подпишетесь в компании, вы ничего не потеряете, вы только для себя приобретете. А также вы имеете полное право делать заказ. Можете делать один месяц, сделать заказ. На второй месяц у вас средства закончились, можете не делать его, а сделать через месяц заказ. Ну, то есть, конечно, хорошо, когда каждый месяц вы покупаете продукцию, пользуетесь какими-то новинками, потому что это очень интересно, поверьте мне, каждый каталог выходит какие-то новинки, которые нам хочется попробовать. Ну, что вам хочу сказать, что я буду рада, если вы зарегистрируетесь в компании, если вы придете ко мне в структуру, я вам помогу, я вас не брошу, подскажу вам по поводу продукции, потому что я в компании тоже уже не первый год и уже, как говорится, знаю, что вам предложить, что посоветовать. И добро пожаловать ко мне в мою структуру. Ссылочка будет под моим видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, если вам понравилось. И я буду рада видеть вас на своем канале. До новых встреч. Пока-пока. С вами была Виктория.